trabalha, eles. В 41-м все колонии куда-то вывезли, в Сибирь, все немецкие были такие компактные. Казахстан очень много в Север, да, вывозили. И прямо вот товарищ, ну, в возрасте, говорит, я помню, их в один день всех вывезли, и мы пошли, говорит, мародерствовать, говорит, забирали все, что осталось, да, потому да, что их, да, их в один за день. За одну ночь всех. Несколько ночей вывозили всех, это называлось, чтобы не было социальной базы для бандеровщины, для сопротивления. Вывозили целые поселки. Ясно. А можно вашу улов посмотреть еще? Вот это вот. Да, вот он, да. Боевый. А то подумаешь, что с гастронома. Была. Ясно. Так, сейчас секундочку я верну. Я еще раз покажу свой улов. Я сегодня поймал две вот французские черепицы. Генри Марсель и Сакома Феррес. Какие-то. И вот какую камбалу.